Добрый день. Я приветствую всех любителей необычных подарков, вернее необычных покупок с AliExpress. Сегодня у меня очередная посылочка. Смотрим, что бы это могло быть. Приблизительно догадываюсь, но интрига все-таки есть. Могут прислать эти товарищи совсем не то, что заказывал. Так. Это надо открывать, смотреть дальше. Угу. Так, начинаю понимать. Это USB увлажнитель воздуха. К нему есть инструкция на родном китайском языке. Нету даже на английском. Ну, есть картинка. Заливается в него вовнутрь вода. Тут показано деление минимальное, максимальное. Я чего-то в этой тарелке не вижу. Ну, сделано достаточно кустарно. Клей торчит. Он. Оф. Это вынимается. Сюда, по всей видимости, вставляется палочка. Она такая пористая, как сигаретный фильтр. С пружинкой прыгает. Так, и закручивается. И не закручивается, тут защелочка проворачивается. Должна проворачиваться. Ага, проворачивается. Все. Сюда должна наливаться вода. Куда втыкать USB? Вопрос. Куда втыкать USB? Я так не понимаю. USB есть. Здесь. А, вот. Вот. Сюда втыкается USB. Все. Порядок. Наливается вода. Втыкается в ноутбук или в компьютер. И увлажнитель воздуха должен работать. Так, сделаем небольшой перерывчик. Пойду наберу воды. Ну вот, собственно, и все. Водичку я набрал. В USB. В компьютер включил. Появилось синее свечение, там какой-то светодиодик стоит, лампочка внизу, и сверху пошел из отверстия пар. Видно? Надеюсь, что видно. Регулировки нету, то есть как пар идет, так он и идет. Запасного фильтра, кстати, тоже нету. Вот эта вот палочка, похожая на сигарету, в комплекте запасных нет. Так что вот такой вот, в принципе, недорогой освежитель, увлажнитель воздуха. Рекомендую. Внизу под видео будет ссылочка на магазин, где можно приобрести такой вот USB увлажнитель воздуха. Нажав на нее, вы попадете на страницу, где можно заказать. Также внизу под видео будет ссылка на кэшбэк, то есть часть денег, потраченных на покупку, можно вернуть от 7 и больше процентов. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно практически бесплатно приобрести на AliExpress.